带走。И доброго времени суток, друзья! С вами Олег, и сегодня мы будем играть в Car Mechanic Simulator. То есть я выпустил вторую серию, и вот я обещал в той серии продолжить вот с синей той машинкой, но мне пришлось переустановить игру, так как у меня, я там без записи просто поиграл. Я начал прокачивать раскручивание болтов, и у меня ни на что денег не хватало. А я не знал, как это исправить. Так что вот я ее переустановил, и теперь будем проходить нашу карьеру. Вот у меня, по-моему, уже вот такой вот гараж. Или до сих пор старый. Нет, у меня до сих пор вот такой вот старый гараж, но давайте начнем проходить. Меня должно сейчас лучше слышать, так как я уже убавил чуть побольше громкости. Так что все хорошо. Блин, ну вот опять сейчас лаги, кажется, будут. А, нет, у меня уже появился вот этот гараж. Ну, да, лаги чуть-чуть есть. Так, что тут нам надо? Найти и устранить причину. Какая-то жидкость утекает из зоны двигателя. Я не знаю ничего о машинах. Ну да, это плохой знак. Давайте сканируем мотор. Так. Давай АБД реадер. Ну, думаю, в этой серии мы успеем хотя бы 4 заказа сделать. Ну, так как там бесконечный очень много, то есть очень большой заказ, а тут один и то маленький. Ой, как же ты не найдешь свой автомобиль? Из зоны двигателя что-то оттекает. Окей. Я, по-моему, я вот уже проходил уже эту игру. Я, по-моему, помню то, что это вот этот вот протекал. Да. Да-да-да-да-да. Так, снимаем. Ага, чтобы мне вот это снять, нужно вот это снять. А чтобы мне вот это снять, нужно вот это снять, а чтобы вот это, значит вот это. Все понятно. Окей, снимаем этот насос. А почему у меня прокачано это? А кстати, вот в чем прикол, я нашел тут кое-что. Банковский кредит. А, ну просто это тоже принимал, просто я как-то просто вот так вот. Жмакнул, открыл, у меня тут можно... Мне добавили немножко денег. Я не понял, что за хрень. Так, чиним водяной насос. Извиняюсь. Я так почти что каждую серию делаю. Так, стоп. Вот так. Ставим. Закручиваем. Ставим. Блин, как же ты ненавидишь свой автомобиль. Вот это вот самый, по-моему, худший автомобиль, который к нам приезжал вообще. Так, все сделали, да? Сделали. Приходим к следующему заказу. Вообще легкие заказы какие-то. Сделали бы там посложнее, сложнее, сложнее. И самый сложный там. Там в конце тоже вообще легкотня какая-то. Так. Провести тест и заменить изношенные детали. Комфорт с поездкой стал ужасный. Должна быть какие-то проблемы с подвеской. Бла-бла-бла, тра-ля-ля. Заходим. Так, тормоза. Мне, правда, они не нужны. Ну, тормоза нормально, в принципе. Тормоз, я забыл чуть-чуть. Но с тормозами тут тоже все нормально. Давай, теперь подвеска. Ну, в принципе, все нормально. Даже лучше, чем... Нет, не лучше. Почти. А, вот сзади вот, ой-ой.
Сзади утягиваешься еще. Так, ну все, мы. Вот все, загрузка идет. Что-то мне сегодня прямо охватило это. По-моему, даже чуть-чуть меньше лагает, чем в первой серии. Так. Стоп, я же хотела вот так-то сделать. Так, снова на пружину и это. Пружина и это. Не знаю, что это. Вообще, больше там ничего не сломано. Там эти втулки не сломаны там. Зеленые там оранжевые. Все хорошо. Итак, нам нужно два вот этих вот стабилизатора и задние пружины. Где наши задние амортизаторы? Идущая ось нам не нужна. Да? Так, еще что там? Нам нужны пружины, да? Вот так. Ну, вот задний амортизатор как раз таки. И второй. Мне же нужно поднять машину сначала. Так. Блин. Забрала уже. Так что мне еще вот этот нужно снимать. Блин, а? Я же не прокачивал, что за блин? Это быстроватые. Может, они сами прокачиваются со временем? Я не знаю. Вон он вообще быстрее стал в 100 раз. Снимаем машину. Снимаем амортизатор. Я сказала, снимаем амортизатор. Включаем режим сборки. Ставим амортизатор. Прямо как, блин, в схеме починки, блин. Ставим пружину. Ставим это хрень. Ставим эту хрень. Ставим вот эту хрень. Я сказал вот эту хрень. Я сказал вот эту хрень. Ставим. Потом ставим вот эту. Да не вот эту, блин. Вот эту хрень потом ставим. Потом вот эту хрень ставим, ё-моё. Давайте сразу проверим накладную эту систему. Да не эту мне хрень надо, что такое? Зеленая. 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 Так, нет, не ты. Ну давайте сразу проверим. Зеленая. И зеленая, да? Да, зеленая. Все. Все. Можем переходить к следующему заказу. Там механик симулятор разрешит 13. Надеюсь, устранить причину. Поверить не могу, сколько проблем я поимел с ним. Мой движок внезапно глохнет и грубо работает. Все понятно. Угу. Тоже крутая у тебя тачка. Садимся. Я же не нажал ничего. Чего? Я ничего не нажимал, ну ладно. Спасибо, что за меня это сделало. Да? Блин! Это давайте, короче, продадим. Может, здесь ничего не снимали. Продать все. Кто-то покупает такие сломанные детали, а? Так, стоп, а что это я открыл-то? Ну нафиг. Так. Ага. Ого. Все понятно. Снимаем крышечку. Так, со свечами я вижу все хорошо. В общем, нам нужны высоковольтные провода, модуль зажигания. Так, подождите. Какие высоковольтные? Версия 6, да? Передние даже? А вот как? Версия 6 передние. И версия 6 задние, да? Ага. Со свечами все хорошо? Да, со свечами так все отлично.
Короче, нам нужно два скальных провода, один на этом зажигании. Так, передние и задние. Так, а надо ли где-то вот рядом? Только не стоит. Ну, это в игре не допускается. Может, они даже в жизни дороже стоят. А что я это обычно потом учу? Ну, подождите-ка, я хочу посмотреть, прокачивал ли я этот навык. Я что-то немножко не могу понять. Прокачивал ли я заключение продукт? Сейчас. Мы же все сделали, да? Да, мы все сделали, но почему? Все. Уже реально что ли прокачивал его? А, реально. Ну, давайте за 5000. Денег хватит, не бойтесь. Там на 10 тысяч было. Окей, я конечно, и то выручка нам дадут. Так, наша любимая загрузка, которая мне уже во сне одном приснилась. Заставьте автомобиль ездить. Проверить авто на диагностическом стенде. Чтобы его заставить ездить, то есть чтобы он вообще заводился, если... Что? Что? Что-то так мало. Что ты... Чего? Офигеть, автомобиль, конечно. Самый лучший в мире вообще. Почему у меня деталей нету? Так что там надо? Выскабельные провода, 3 свечки. Ну и патрубок. Где высоковольтные провода? Высоковольтные провода. Провода, да. Высоковольтные провода. Нужно назвать такси. Высоковольтные провода. Так, стоп, я что-то пропустил или что? Что нам там еще надо? А, свечки. Лишь бы не забыть. Высоковольтные провода. Блин, я забуду, я чувствую. Чувствую то, что у меня по-другому серия будет называться. Так. 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 А, воздушный патрубок еще. А почему я могу его поставить? А, у меня нету все равно. Я забыл про патрубок. А где он? Где наш патрубок? Патрубок. Так. Ищем патрубок. Вот он. Я не понимаю, почему все равно так. Все равно, почему он разобранный был. Немножечко не понял. Кстати, нет. Я его еще не заставил ездить. Кстати. Неужели там. Неужели там. Давайте еще вот это проверим. Стоп! Раз у меня не отключился... А, мне еще аккумулятор нужен. Я что-то не заметил. То есть... И вот я заметил это потому, что у меня не отключился режим сборки, то есть он автоматически выключается, когда уже весь автомобиль собран. Так, проверить на диагностическом стенде тебя, да? Какого? Стоп, проверяем. Опять я что-то не поставил. А. О, господи. Где, это генератор? Нет, это водяной насос. Вот он, генератор. Да блин, да! Я хочу это. Стоп, а что там и это?
поликовременно. Или поликовый, я не знаю, поликовый. Кстати, уж точно мы должны все собрать. Все? Нет! А, там еще стартер, я, по-моему, видел. Да, стартер. Ё-моё, тебе такое ощущение, как будто обокрали. И где этот стартер мне взять? Вот он. А, все нормально, я думала, то, что версия 6 нужно брать. Ой, я чуть не отключила режим сборки. Все, надеюсь. Вот, все, нет запчастей для установки. А зачем тебе проверять-то? Ну ладно, как хочешь. Так, так. Так. Тормоз. Все супер. У тебя самая новая тачка, слушай. Зачем тебе, блин, зачем тебе нужен, не знаю, почему ты ее купил без деталей. Правда, не понимаю. Что это за магазин? Сообщил бы хотя бы. Не ходили бы туда. Все тут отлично, ё-моё, что тебе проверять-то надо было? Загрузка. Что с этим идет? А, вот все. Опять загрузка, которая снится мне во сне. А, вот все. Ну все, пожалуйста. Так, точно не знаю, сколько идет сейчас запись. Ну, думаю, еще один заказ сделаем и закончим серию эту. Так еще долго будет редактироваться. Говорит, тормоза, тормозные... Тормозные возможности этого автомобиля стремятся к нулю. По идее, вообще смотрят тормозов. Ладно. Так, а зачем я это опять открыл? Осмотр? Сейчас осмотрим. Стоп, чуть на подъемнике его не поднял. Так, ладно, проверяем исключительно только тормоза. Блин, что у тебя с тормозами, чувак? Что у тебя с тормозами? Я чувствую, то, что там можете все просто все заменить. Даже колесо. Колеса, точнее. А я не понял. Не понял. Не понял. Что? Чего? Чего? Ладно. Окей, раскручиваем мы быстро, так что все нормально. Проверяем, все окей. Значит, снимаем. Проверяем. Я сказал проверяем. Сказал проверяем. Угу. 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 Они не сборки, а разборки. Так. Ну, мы посмотрим на интерес, сколько нам чего надо. Окей, так. Хотя нет, как-то все. Так, нормально, нормально. Слушай, тут у тебя хорошо. Нет, диск. А вот это все пошли.
Ну вот тут диск нам нужен. Короче, там все тормоза нужно заменять. Жаль то, что тут вот когда прокачиваешь до 10 уровня, не появляется такой звук, типа как в Формуле 1. Это меняет колеса. Стоп, зачем? Зачем? Мне это не надо. 62, почти 10. Блин. Ну ладно. Все равно это все сломано. Это сломано. Да мне испортил. Ну и последнее. Проверяем. Так. Супер. Тут нужно теперь чинить уже. Так, ну тут, как я вижу, только диск опять. Так, сейчас посмотрим, что там надо ставить. Так, тут не посчитать, блин. Давайте починим тут суппорт. Где починка? Там. Я сказал. Вот, ну давайте. Нет, один починим, так как я не хочу много денег тратить. Так, смотрим, что нам надо купить. Нам надо купить, значит. Колесом тут, да блин, колесом тут все нормально. Так, нам нужно купить раз, два, три, четыре. Стоп, нет. Раз, два, три, четыре. Четыре колодки нам надо купить и четыре диска. Ага. Три колодки, четыре диска. Ага. Все, будет выполнено. Четыре колодки. Ага, все, четыре колодки. Два. Три. Четыре. И четыре диска. Как я сказала, четвертый еще. Так, ну и все. Думаю, вроде бы все. Так, ставим диски, ставим колодки, ставим суппорт, ставим колесо. Так, теперь ставим сюда, нет, не отключаем ничего. Ставим теперь сюда. Так. Так. Окей, первое готово. Второе готово. Так, ставим это, диск. Ставим тормозуху. Ставим суппорт. Ставим колесо. И на этом заканчиваем. Почти на этом. Подождите. Еще на колесо. Забыли. Так. 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 Нет. 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 Да мы сюда не должны ставить. Так. 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 Так, 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 так. Так, продаемся. Да. Тут покупает этот фильм. Видите, еще тормоза нужны. Так, нет. Я же все сделал. Ну ладно, думаю, мы доделаем в следующей серии это.
именно в следующей серии вот этого хорошего крутую машинку, которая тормоза сломаны. Ну ладно, ну сейчас поставь лайк, напиши комментарий, обязательно нажми на кнопку подписаться. И всем удачи, встреч. Всем пока и еще раз.